И хватит двигаться по спирали. Это хорошо, если вы двигаетесь по спирали. А если вы двигаетесь по кругу? Что делать, если вы двигаетесь по кругу? Это вообще жопа. По спирали. Спираль — это фигура. И проходя по этой фигуре, вы неизбежно повторяете все то же самое, но на более глубоком уровне. То же самое, то же самое. Вам все объясняют, но более уже понятным языком, чтобы достучаться до ваших умов и до ваших сердец. Вы не представляете, как я устала объяснять. Сколько можно объяснять вам? По телевизору пускали. Не слушают. В газетах писали. Не слушают. Через друзей и знакомых начали пускать. Тоже не слушают. Ёб твою налево. Все думают, что это не ихние проблемы. Ну что, будем видосы снимать теперь. Будем к вам так обращаться напрямую. Напрямую к тебе обращаться будем. Ну что, с юмором никуда. Юмор — это ключ. Юмор, улыбка, ключ к твоему сердцу. Искренность, любовь. Я знаю все ваши ключи. Я знаю, как к вам подобраться. Я знаю, как у вас найти брешь. Я же лучший хакер за всю историю бытия. Поэтому сопротивление, еще раз повторяю, бесполезно. У нас есть охрененный антивирус, спрограммированный special for you. Я забираюсь к тебе в мозг, к тебе в подсознание, поворачиваю там, делаю что надо, и все становится хорошо. И путь к счастью готов. Мы пришли к счастью. Уже. Сейчас. Хватит оставлять все на потом. На когда-нибудь. Скажи себе сейчас, что ты хочешь. Давай подумаем вместе. Коль такая пьянка пошла. Чего ты хочешь в этой жизни? Реально хочешь? Очень сильно хочешь. Полыхаешь изнутри своим желанием. Слушай себя. Послушай себя, наконец. Забрались в мозг. Ладно, понятно все.